Участие в ней приняли представители из 50 регионов России. Следующий, 2017-й, объявлен годом экологии. Основная цель, которую ставили перед собой организаторы, поделиться проблемами в этом направлении и коллегиально выработать алгоритм их решения. Будем вырабатывать документ, который в свете требований указа позволит общественным организациям включиться активно именно в эту деятельность по безопасности в целом экологического состояния нашей Родины, нашей России. Мы обязательно выработаем документ. В первую очередь мы доложим данный документ на уровне Думы Государственной, Совета Федерации, так как мы запланировали там проведение круглого стола. Доложим в администрацию президента, так как мы, когда вышел указ, сразу обратились в администрацию, что мы готовы принять участие, и нам разрешила администрация президента принять участие именно в этой работе. А на будущее, думаю, что будем решать вопрос с Государственной Думой Совета Федерации о выработке какого-то или законодательного акта, или правового акта в целом, не только для общественных организаций, а в целом для всех структур по экологической безопасности. Кроме этого, председатель Всероссийского общества спасания на водах Петр Нелезин особо отметил работу анапских школьников по сохранению экологии в Анапе. Самым активным участникам были вручены почетные грамоты.